Приветствую вас на канале Asmodee Play. Я слышу вертолет. Вон там, корейский вертолет разбит. И мы сейчас захватываем вертолет. Вдруг нас ищет или их? Не знаю. Уходим, пока он уходит. А нас не видно, что ли? Все идут. На пятый день заметили, что третьей стены не хватает. Спрятались. Вы это видели? Если оставить гранатометчиков далеко, мы не улетим. Уи, сейчас давайте-ка проберемся в тот сельский домик. Думаешь? Давайте все за мной. Здорово. С башкой-то не, не, не все в ладах. Конечно. Они послали патруль. Надо держаться дальше от дорог. Надеюсь, они не заметят, что мы устроили у ворот. Ты будешь раздавать? И пошли. Так. Ой, тут еще минировал бы. Давай. Стойте. В окне второго этажа часовой. Он нас заметит. Надо его снять. Вот так. Видел, как очки разлетелись? Старался. Чтоб красиво было, эффектно. Как ты-то его заметил? Он там еще не показывался, но ты точно знал, что он там есть. А не засланный ли ты казачок? Ищи себе. Потом отдохнешь. Эй, парни, гляньте! Погоди, сейчас придем! Ага. Здорово, чего это вы тут делаете? Да вот, заставили Гуха рыть себе могилу. Смотрим. Кто его пристрелит? Я. А может, не надо? Давайте закопаем живьем. Я тебе разрешал отдыхать? А ну, копай! Какого дьявола? Как я и говорил, они свихнулись. Нам нужно выбираться отсюда. Да, расстреляли его. Смотри, вон еще часовой на втором этаже. Как он первого-то не видел, что мозги-то там расплескались. Еще кого-то. Как ты их видишь там сквозь стены? А, может, в другом окне мог заметить. Ну ладно, прощаю. Вопрос снимаю. Ну, а сюда лезть? Или что? Черт, придется лезть через дом. Ой. Полезли в окно. Ты прям расстроился весь. Это окно? Ножом, Джейкобс. Шум ни к чему. Ой. Ой. Эй, закурить есть? Только липовые. Достало это китайское дерьмо. От этого сраного картона вся охота курить пропадает. Радуйся, на той неделе Дотсону досталась пачка с дыркой от пули. Не иначе тот Гук ее носил в кармане рубашки. Нормально. Наверное. Спасибо. Прикурить дашь? Все, ушел. А я пока тут. Если не снять этого гада, нам кранты прямо на взлете. Поехали. Вот так. Сойдет? Пока ты его не снимешь, ничего не выйдет. Вот ты что, не видел, что как я это исполнил его красиво? Красиво. Он вошел в свою следующую жизнь. А мы бежим, бежим, бежим. Давай своими картофельными переставлять. Пулемет взял, мало ли. Хотя зачем здесь пулемет, автомат, если здесь нельзя стрелять и тебя заметили, все. Далеко еще, Коннор. Да. Уже близко, главное держаться вместе. Это что, это вода? О, какое печальное место. Это о, вода. Угу. Ублюдки вроде этих без разбора линчевали всех. Болото. Походил на азиат. Ой. Мне повезло, они всего лишь спалили мой дом. Извини. Война выявляет нас самой худшей. Зря мы сюда пошли. Да ничего немного не зря. Сделали зря. Единственное, что по этим канализациям. Нам нужно немедленно убираться отсюда. Если ты попался. Нам некуда, так что нужно двигаться дальше. Так, какой попался? Опять стрельба. Там свешивают. Я слышал. Сейчас уже можно не прятаться. Прорваться здесь можно только по центру. Больше не прячемся. Ты его отлично! Не убегаю!
Да стойте. Противник, вон там. Больше не прячемся. Вы специально это все придумали. Конечно. Кто вам путь расчищает? Перезаряжаю, прикройте меня пока. Там кто-то есть? Минус один. Ой, сейчас еще минус один будет, смотрите. На. Это был мой. Это был мой, твой. Ой. Вон они. Минус один. Стоять. Мою позицию обстреливаю. Так. Вытягиваю, вытягиваю вас. Прикройте меня. Минус один. Готов. Нормально. Вот они хочется или нет? Вот единственный вопрос, который меня беспокоит. Где? Куда стреляете? Перезаряжаю. Давай, пошли. Куда идем-то? Пятачок. Все, больше никого. Надеюсь, остальные не слышали. Ну, я не знаю, я с глушителем стрелял, но я точно был, не было слышно. А как вы себя повели? Ой, некрасиво вы себя повели. Давай. Я даже газетки сейчас не ищу. В какой-то заварухе. Читать некогда. Хотя они по-любому где-то здесь валяются. Ну как валяются? Их до хрени еще должно быть здесь. Их все-таки сколько? 60 с лишним штук. Перезаряжаю. Так, ни что? Хрена себе. Они выжили. Это... Кого убивать? Кто? Где? Где всех подряд. Да. Куда? Замечен враг. Где? Вон они. Я под огнем. Спокойно. Ты их убиваешь, нет хоть? Я под огнем. Да без разницы мне на вас. Перезаряжаю, прикройте меня! Потом куда-то наверх стреляете. Я вот смотрю и никого не вижу наверху. Я под обстрелом, нужна помощь. Минутку. Готов. Что такое? Я думал, там взорваться должно. Еще один готов. Где? Ты настоящий снайпер, Джейкоб. Конечно. Движемся дальше. Потому что я из нее и палю. И снайперки. Где вы? Ау. Ау. Готов. Вот они. Вот они. Да. Убейте. Еще, давай, вставай. Ну подождите вы. Подожди. Отдышаться надо. Прикройте меня. Так. Вижу противника. Где они? Так. Да я вижу, что вот они. Вон они. Пошли. Только почему вы мне кажете, а сами видите, что не делаете?
для их уничтожения. Я под обстрелом! Да-да! Вон они! Так, я его выгнал. Ода! Что, Ода? Пока, блин, сам ни хрена не сделаешь. Ни от вас толку, блин. Это был мой! Так я его и убил. Вон они! Все? За мной. Иду. Это последний расчет гранатометчиков. Давай же, нам пора! Иду. А что с патрулями? Времени нет. Вы думаете, так легко с пулеметом бегать? Приближается еще один вертолет. Ошибаетесь. Снова корейцы? Нет, это вертолет-разведчик. Давай, давай, давай. Беги, беги, беги. Че ты спрятался? Висят на противовесе, что ли? Нет, на разных проводах. Беги. С каким оружием ты быстрее бегаешь? С каким оружием быстрее бежишь? Нам нужно прикрытие, чтобы только подобраться к нему. Да, и наверняка он хорошо охраняется. С этой колокольни тебе все будет хорошо видно. Похоже, идеальная точка для тебя, Джейкобс. Для меня, да. А для вас? Вы-то где будете? Что-то я не хорошо, понял. Риана, Хоппер, вы со мной. Мы пойдем вперед на разведку. Джейкобс, поднимись на колокольню и веди наблюдение. Увидимся на той стороне. Давай. Надеюсь, тут никого нет. Тихо. Да блин. Блин, я хотел. Эх, ладно. Сейчас, минутку. Вы со мной. Мы пойдем вперед на разведку. Джейкобс, поднимись на колокольню и веди наблюдение. Давай. Увидимся на той стороне. Вот так вы меня бросили, получается. Ой-ой-ой. Вы думаете, я ответить не смогу? Не. Вы серьезно так думали? Еще? Кто еще? Феникс. Все? Кончилась охрана. Охрана. Это что такое? Дробовик. Нет, он мне не нужен. Автомат. У меня пулемет. Это. Так. Спокойно, где ты? Давай свою рыло высуну. Где ты? Да где ты? Ага. Так. У пулемета патронов мало осталось. Так что смотрите у меня. Так, а мы сюда?
Подожди. Без паники. Давай, кто здесь еще есть? Чтоб не было неожиданности-то. А то полезу, а меня обстреляют. Так, так, так. Кто так строит? Кто так... Давай. Ух ты. Так, я что-то взял. Патроны для винтовки, наверное. Ой. Такой идиотинушка тут. А ведь мог жить да жить. Если бы не булька. Джекпот. Мы на позиции. Мы нашли вертолет, тоже. Там слишком много охраны. Сначала надо будет пострелять. Конечно. Я буду указывать тебе цели. Пока не стреляй. Я скажу, когда. Коннор, тихо. Едет грузовик. Грузовик. Это какой-то монстр. Готовься. Джейкобс, стреляй. Так, Риана, выходи, как только Джейкобс застрелит парня у склада. Так, минутку. Черт, черт. Новая цель, Джейкобс. Прямо рядом со мной. Давай. Я готов. Коннор, он идет к нам. Чуть подальше. Давай. Так, теперь чисто. Идем. Такс, такс, такс. Перезарядим, пока время есть. Эти-то что там его задумали? Коннор, один идет к тебе. Давай, вот тебе это вообще ранение в пузо гарантировано. Ну что-то ты далеко идешь-то. Мос. Вряд ли он тебя заметил. Сиди там. Yes. Вали его, когда он зайдет за красный грузовик. Я так-то и не собирался никуда сваливать. Специально ждал. Так. Коннор, Кристина, Хоп, Гер. Подождись, пока он дойдет до грузовика и стреляй. Давай, иди сюда. Еще. Еще. На эту сторону, чтоб тебя там не видно было. Конечно. Сними его. Так, все в грузовик. Что? А, ты все в грузовик, сказал. Я думал, по грузовику думал, сейчас огонь придется. Так, они, кстати, кипиш устроили. Держись, мы прорываемся. Коннор, опять? Бам. Так. Вам помочь? Так, это разваливается. Беги оттуда. Тебе придется прыгать. Ого. Давай. А кто там соломку там не подстелил? Да, слышу я. Нормально. Эдик, они прибывают. Вон они, я их вижу. Вон они.
а как бы мне прорваться-то мимо вас? У меня это все плохо. Спокойно. Минутку. Опа! Где? Мою позицию обстреливаю! Противник, вон там! Тихо! Я сюда. Потом давай, вот сюда. Ага. Блин, надо было самому взрывать эту коробку. Тебе придется прыгать. Прыгнул. Так. Мы у вертолета. Прорывайся к нам. Да я уж понял. Это все, что ты мог? Ну давай. Где второй? Не попал, да? Это все, что ты можешь, Кип? Ну давай! Врага стреляет на подавление! Блин, я чуть тебя не пристрелил. Кто там еще есть? Мою позицию обстреливаю! Он там! Давай сюда, не нацели на нас! Я их вижу, вон они! Еще один! Кто следующий? Спокойно! Так. Давай, я бегу уже. Ну что, пилот, настал твой звездный час. Все на борт. Все на борт. Я их вижу, вон они. А что? Украсть. Украду. Давайте. Куда летим? Отличная работа. Хоппер, ты поймал сигнал? Конвой сейчас у Карсон-Сити, движется на запад. Тогда давай угоним эти Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.